Друзья, карта зовут, в бою принимал участие я, Араптор, Рейдж и Озверевший. Бой, собственно, со стрима Рейджа, бой, в котором есть все, есть мирный парень, есть его случайное убийство, есть меткие боты, есть безумно косые боты, есть дружественный огонь, есть командная работа и есть вылет. В конце вас ждет отлично сказанная мысль от Михаила Рейджа по поводу тех эмоций, которые Escape from Tarkov иногда вызывает у игроков. Приятного просмотра! Кары. ПВЕ. Ой, Зига. Иду на кары. Принято. Так, бочки за мной. Да. Так, шаги, шаги. В длинном коридоре ты? Да. Так, в какую сторону перед коридором идти? Спасибо, Хантер. Так, Миша, шаги, я слышал. Это ты? Да. Понял. Я поднимаюсь. Отлично, понял. Ай-яй-яй. Пойдем в здание. Хожу. Слышу, слышу, сейчас. Сейчас дверь открываю. Синий контейнер. Вижу кого-то там внизу. Мы выходим к выходу. К выходу халявному. Там? Нет. Это нет. Кто-то просится не убивать. Тихо. Перезаряжаюсь внизу, там нарвался на кого-то. Мы заходим в здание на первом, со стороны халявы. Это кто? Кто бежал? Да. Откуда он стреляет? Мы на третьем. Да. Мы на третьем. Я в дырке. Блин, это лаги. Я на лестнице под кишкой, ну, с железной хуйней. Принято, я в душ. Прикрываем. Я в душ с другой стороны, по сути, все нормально, не захожу. Я обратно на третьем. Я сверху. Принято. Ко мне. Откуда? Нет. На контейнере, ой, на пультах. За пультами я его... А, блядь. Так, под кишкой. Около... Минус. Я просто боялся, что мог кто-то из вас. Сильно напихал я тебе. Ну кто это? Справа. Пуль там кто идет? Все понятно. Дробашом. Или... Да. Я на лестнице под кишкой. Я на третьем один получается, да? Блин, лаги. Фигня, война. Прикрываю. Шаги чьи? Я. Кто дверь убивает? Я ломаю. Понял. Пошли. Я на лестнице под кишкой. Принято. Ящик лутали вот этот? Нет, пока еще не лутаем ничего. Я разберемся. Вы сложили кого-то? Одного? Значит, у нас один. Принято. Я там на мост зашел. Также на лестницу. На меду. От пультов.
Под винтовой у нас игрок, похоже. Это кто? Я по винтовой купился. Я не знаю, сдох или не сдох. Под винтовой бот минус. Я обратно на мост поднялся. Отлично. Блин, короткая ксюха, конечно, клевая, блин. Но на дальней дистанции очереди и стрелять вообще нереально. Я поднялся на балке. Ну вот сейчас не одиночными стрелял и вообще не мог попасть. Лак у меня был. Я на балках наверху. Я на третьем, возле дырки. На лестнице, да. под кишкой. Пролагал здорово. Они, скорее всего, пойдут в подвал, а не лестницы стара. Я по балкам вышел в третий зал каром. На первый спускаюсь под кишкой. Свой бегает? По балкам. Понял. Выхожу на халявный рез. Принято. Я над тобой наверху. Не прямо над тобой, но... Я на третьем. Балкам. Я в кишку иду. Миша, тебя вижу. Хорошо. Где еще один? Пойдем искать. Я на трупах возле халявы. Да, Миш, ты там один остался. А принял. Вот, видите, валяется. Спущусь сейчас. Клим. Я надеюсь, что вот те люди, которые мне в батле постоянно говорят, Рейдж, поиграй в харде на батле, просто больше не откроют свой рот, потому что... Хард батлы по Бота, смотрю, это. Мне нужен Дипендер, блин. И каска, блин. Ну, у него рюкзак только есть большой, и все. Не, я просто... Так, ребят, меня слышно? Да. Вы пропали, я вообще вас не слышал. Это Дискорд лагал, Лех, мне тоже сам было. Дискорд, блин, я спрашиваю, кто там в этот подвал собирается, идет. Никого не слышу, я обычно разворачиваю, меня начинает стрелять. Ты живой? Я живой. Игроков на карте нету. Все.
мы болтаем, я болтаюсь по этой самой, подхожу. Под пультами сейчас хожу. Ящики. Ящики не лутаю, собирайте. Рюкзак кому-то нужен, если возьмите возле. Короче, возле халявного выхода. Нет, не возле халявного, возле красного выхода. Как он, ПВЕ выход называется, да? Ну, как сейчас это ящики? Так. Положил. Они пустые здесь. А, пустые? Я считаю, да. Здесь вот. Тоже пустые. На первом кто бегает? Мы ходим. Я ящики люблю лутать. Давай. Просто послушайте сами. Вот это отличить можно. Сильно так, есть. Я к пультам... А, пульты это пустые, да? Да, пульты пустые. Все, тогда я здесь рядышком. Боты пойдут сейчас с этого самого, через зигу и от того выхода. Я в зигу пошел. Я на зиге. Я поднимаюсь, схожу в здание. Миша, я за тобой. На третий поднимаюсь. Че, мы всех ботов перепугали, что ли? Это, а пролутали этого? Сейчас, как его? Вот здесь смотрели, короче. Да, там пусто. Это кто-то. Кто-то упал откуда-то. Да. Я на железо выхожу, на это. Лагануло. 16. Где? Минус бот. Гляну, что у него. Миш, прикрываю. Что он долго жил как-то. Странно. Хотя у нее никого нет. Ничего нет еще. Я на третий поднимаюсь. По второй. И на третьем возле дырки. Поднялся. Забаньте, пожалуйста, дебила, который думает, что он умнее всех. И может называть других людей клоунами. Так, кто бегал? Да, это наш. По первому хожу. У меня здесь шаги. Кто ходит на первом? На первом дырке. Холод по первой лестнице поднялся. Вижу. Забаньте, пожалуйста, еще одного дебила, который тоже думает, что он умнее всех. Миш, можно Нике? В частности, Славик Семенов, раз из там что сверху писал. Бойскаут? Бойскаут, да. Бойскаут уже забанен. Поэтому Семенову может дать просто мьют, чтобы подумал. Но я думаю, что он и так уйдет. Понял, лутают. Так, я иду. А, я сейчас эти ящики полутаю. Я через зигу пошел. Опа, потеряно соединение. Короче, все. И я.
Где? Блин. Да. Не знаю, попробуйте с меня что-то снять или уже не снимется. Ниже. Я квинтовой. Вижу его. Сейчас. Я подхожу к винтовой. Вижу, вижу, вижу. Он снизу был. Он на лестнице. Минус. Все, упал. Посмотрите, мне можно снять там Defender, прочую хуйню или нет? А как? Ну, то есть, как бы, я могу просто еще раз типа, нажать на завод? Не-не-не, там сразу должно появляться, подключиться, вы в рейде, красная надпись такая, вы в рейде. Вернуться. Не, так, такого если, не было. Если ты уже в меню персонажа голый, значит все. Ну, короче, я, походу, на сене наигрался, честно говоря, просто уже не хочется. Я пойду, наверное, на самолете полетаю в батле, чтобы расслабиться. Да без вопросов. Правильно. Лёх, пойдёшь? Ребята, скажите, что было в чате? Там я видел, что вот трейсер говорит, что сейчас его выкинет. У меня что там подвисло, что-то или стрим глюканул, что это было? Вы со стороны как видели? Да, у чата. У чата. Не, у меня... Блокстрима был секунд на 23 до вылета. Да, я сейчас пойду в BF1, немножко полетаю на самолете, просто расслаблюсь. С вами пообщаюсь наконец. Да. Просто... Ну вот... Не, вот такие моменты, они, конечно... А он не убьет, бесполезное занятие. А его нельзя же убить. Вот это самое обидное. То есть, если можно было хотя бы меня убить, снять с меня шмот, вот это было бы хорошо. А так получается... Кто там? Вот, и получается, что этот шмот, он просто, ну, испаряется совсем. Я с Зиги ухожу внизу. Это обидно. У меня, опять же, Defender был, каска, калаш обвешанный. Я на третьем месте. Это проблема моего интернета. У меня есть проблема с интернетом, которая вот в рандомном порядке у меня может подцепиться глюк на пару секунд буквально. Просто пару секунд. Кто бежит? На третье поднимаемся мы. Да, я на третьем в этом. Я понял. Так, я на третьем, я выхожу в коридор. Не, ребят, пишут, что стрим подвис на несколько секунд. Да. Ну то есть но это понятно, что это разработчики должны учесть такой момент, что если человека выкинуло, пусть даже я буду смертный, то есть чтобы меня убить могли, но чтобы я мог вернуться, если я еще жив, продолжить. Кто по мне стреляет? А, фу, блин. Я показал, что по мне. Лёв, ты пойдешь летать по самолетике? Ну сейчас тогда выйдем мы. Можно. Я пойду. А, вот. Лариса будет. Лариса пойдет. Блин, а почему Лариса? Да. Давай, пойдем выходить. Пойдем через ПВЕ выйдем. Короче, разрабам надо сделать, чтобы можно было... Я спускаюсь. Переподключить. У меня лаг был. Ну, потому да. Что иначе вот так вот терять добро... Ну, это просто обидно.
Кстати, вот, Миш, сейчас я пишу то, что там у тебя какие-то лаги были на стриме. Я смотрел. Не, говорю, я смотрел, у меня никаких лага не было. Я не знаю. Может, конечно, я сейчас сбросил заряд, если не пишешь. Я не хотел. Своим просмотром. Я ПВЕ открыл, выхожу. Ну, ребят, вы где-то ПВЕ находится? Летает. Ладно, я через обычный тоже пойду. Саня спрашивает, сегодня еще планируется стрим по ЕФТ? Не знаю, честно говоря. Надо передохнуть. Мне реально очень игра нравится. Вот, но вот эти недоработки, они сильно подбивают, скажем так, желание еще раз на них напарываться.